Keep. Not bad. Ты же дебил. Чё он делает, блин? Я своих-то мочить. Clear out the corpses. Leave, Craig. Yes, sir. Yes, sir. Ща ещё долбанёт нам по-любому. А, ну мы и так вырубились. Чё-то он с нами хочет сделать. А, оставить. А, да, наверное, зомбарей сейчас накидает сюда. Только не это. Только не это, блин. Ёб твою. Наверх быстро. О, баллон. Это охрененно. А где тут зомбари-то были? Я их видел вроде бы. Тут что ли? Самый звук, он меня реально бесит. Так, ладно. Так. Погнали. Будем искать. Почему-то на карте их тут дохрена. Ну ладно. Придется их мочить. Согласен. Там еще дофигища, я так понимаю. Но нам нужно эти бочки. Потому что, сами подумайте, ну, нам не могли дать просто так без бочек. Мы просто не могли. Как народ, ты ёпта. Охренеть. Как они туда забрались. Так, ладно, смотрим, где есть бочки еще. По-любому где-то есть. Ну, где, я не вижу. Вы видите, нет? Лично я ни хрена не вижу. Вот, я нашел. Свидание, бляха-муха, бляха-муха, мадафака. Трубу саную какую-то дали. О, взрыв-пакеты, нормально, будем отвлекать их. А где этот? Урод. Урод. Е, кто-то кого-то, бляха-муха. Пипец, пипец, пипец! Почему они все мутировали? Они стали какими-то злыми. Посмотрите. Обалдеть. Будем скидывать по очереди. Это бредово немного. Тихо, сейчас у меня энергия восстановится. Осматриваем. Кроме баксов у них ничего нет. Кроме долларов. Ну, по сути, их единственный способ кидать вот на эти шипы. Чем мы сейчас, собственно говоря, и займемся. До свидания, бляха-муха. По-моему, кого-то насадил все-таки. Так. Ну, давайте искать, я так понимаю, бочки. Потому что... О! О, тяжелая арматура. Нет, на крайний случай. Что это было, бляха-муха? Сейчас разбежимся. Ну-ка, давай, подходи. О, бошку пробили. Нормально. Давай, давай. Пока пакетик возьмем. На крайний случай. Че, все? Реально слабые. Ну, либо просто я их посталкиваю уже. О, вот это... Вау, какой он уворотливый. А, он упал. Зомби, я имею в виду. Да, они хлипкие. Либо у нас штука просто классная. Это все продадим потом, если нам дадут выжить. Что это такое? Ага, тень оттуда падает, все верно. Что-то как-то их мало стало, или мне кажется. Враги красные. Во-во-во, все-все-все, началось, Вау, у нас аптечки-то нет. Есть.
Нет! Нет, 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 пожалуйста. Сука, что делать? Пока взрыв пакеты оставим. Все. Делаем так. Возьмем эти ножи. А что в этого-то мазанул? Свидание, бляхнуха. Самое главное здесь это... Сука, это не сдохнуть. Тоже до свидания. Тут вроде еще лезет, нет? Арматура нет. Ладно, с трубой будем бегать. Это слабаки. Бах, у него там в башке. Неизвестно, что такой звук. Скорее всего, просто по металлу долблю. Можно и на шипы его, в принципе. Но ладно, не будем с ним долго морочиться. Так, больше нету этих пакетов. Арматуру прибережем пока эту большую. На всякий случай. Не смей меня трогать. Так, отдыхай, отдыхай, отдыхай. Давай, не отдыхай, восстанавливай. Так, не можем пока по чертежам ничего сделать. Отмычки, ни хрен вам, да? Они, по-моему, не рассчитывали. Мы сможем их сделать. Кошку бей. Все? Вот все. Да, они вроде не сложные такие, чуваки. Эти. Так, этого не. А, подожди, он последний, да? Сейчас быстренько собираем, мало ли. Вдруг сейчас еще кто-нибудь выбежит. По-любому. Блин, у нас аптечки ма. Это самое нету. Надо хоть что-то брать уже. Ладно, судя по всему, здесь ничего нет. Блин, тяжелая арматура, что-то много. Мне это вообще никак не нравится. Ладно, где этот гад? Он тут. Все, мы его убили, да? Все. Чего, блин? Чего, ёп? Чего? Не понял. Чего? А, типа сюда подойти. О, что-то он нам кинул. А либо это здесь было. По-моему, он кинул, я видел. Контейнер мне этот не нравится. Беги уже, да беги, ты что-то смотришь. Да... Ребят, это что было? Я же на месте. Это что за скриптовано было? Он даже бочку не смог сбить, вот лох. Офигеть, ну... Ну-ка давай тоже на бочку, давай, беги. Давай, давай. Ну, блин, надо было еще его помочить. Полегче, полегче. Сейчас арматурой попробуем. Сука. Ну где он? Иди сюда. Ну где? Давай. Не хочешь больше бегать? Не хочешь. Неужели такого шанса больше не будет? Как же я его замочу-то? Еще шуль один. Вау. Вау. Чё так много-то их? Охренеть.
только посмотрите. Надеюсь, они не очень свирепы. А, они натыкаются на эти ш... Ты тоже. О! Зашибись, чё, нормально. Все, сдохли. А чё это? Я вообще... О, может его этим ножами начать? Ладно, где этот тварь? Спускаться надо, нам пишет. Ну, хорошо, спустимся, давай. Мы уже половинку-то мы не сняли, нормально. Давай! Чё ты ссышь? Не обделался. Я устал. Блин, еще партия. Да ёб твою. Ну это смешно вообще. Смешно, ну, относительно, конечно. Еще и кидается. Сука. Ой. Бегом. Ножи метательные у нас еще есть, кстати. Тут даже есть. Даже не один. До свидания. Все? Не, он еще жив, смотрите-ка. Сейчас будет супер удар тогда. Давай уж. Ну ладно, не супер удар, этого сойдет. Еще где-то рычит вроде. Да умри уже, ну ёп. Прям дым какой-то кидает мне еще. Ну-ка. Ну-ка, давайте-ка. Сука! Вау! Не рассчитал. Думал он все. Это кто-то рычит там справа еще. Уа! Офигеть. Еще кидает. Ёпта! Да он сейчас убьет же. Да как он вообще видит меня? Это он что ли рычит? Ладно, будем его натравливать на нас. Чтобы он на бочку начал бежать. Просто. Давайте сюда. Долбанулся один раз, по-моему, да, уже? Блин, он там стоит. Ну ладно. Давай! Ну, где ты? Давайте сюда. Разбегайся. Смотри, какой сочный. Давай. Не вовремя. Давай, смотри. Хочешь меня? Посмотри, какие меня... Какие меня... комплектующие. Давай. Ну, хочешь попробовать моего мега-дружка? Хоп. Ну, блин, ну что это такое вообще? Сопля какая-то. Вялая, блин. Врезался. Ну, ладно, давай. Он меня кинет, эту хрень, он меня убьет совсем. Он сам виноват, тупит что-то. Давай, иди сюда. Ну что он не хочет бежать-то на меня? Да он шутит, что ли, я не пойму. Он не хочет бежать на меня. Да ему чуть-чуть осталось долбануть его разочек. О, давай, давай. Все, до свидания. Аптечку дай мне хотя бы. Чё-то у него. Нет тут продуктов. You have provided some quality entertainment for my men. Too bad it's a one-time performance. Блин, ну чё, ещё что ли что-то? This will only prolong the inevitable. But try to make the best of it, huh? О! Это что такое? Say I never gave you anything, Crane. Чего? Чего?
Чего, блин? Your skills no longer come as a surprise, Crane. The GRE selects its operatives well. Shit. Lord skills. Навыки. Фу, надеюсь, все. Наконец-то, блин. И еще такого здоровяка я бы не выдержал, наверное. Слишком это стрёмно как-то. Че, типа крутой, да? Давай один на один. Да, конечно, брось оружие. Блин, у меня сейчас там арматура еще сзади, кстати. В кармане есть. Chaos is the one true order of things. But to pretend otherwise is the sheerest folly. Allow me to demonstrate. Bassam, can you hear me? Loud and clear. Publish the file. Right away, sir. And there, it is dead. You just doomed thousands of innocent people. That's what you get with your fucking chaos. You don't know what was on that file, do you, Craig? You're gonna prove my point for me. The GRE plans to weaponize the virus, not cure it. They're only interested in profit, not saving lives. And by following their rules, you have become their trained monkey. Pathetic. Что за звуки? Это у меня? All right. Это реально такие звуки Kill должны быть. Крейна мочи. На ему. Да башку ему сразу отруби. Крейна добей. Чё ж ты всех убил-то, а его-то нет. Или, блин, или как его зовут? Крейн! Какой Крейн? Я Крейн. Крейн, save these people. They don't deserve. Не край на этого Райс или как его забыл. Да он встал. Мочи ты его. What are you screen waiting for? Shoot him! I'm sorry, Doc. Нашел время попрощаться. Косые лошары. Придется побегать. У меня немало здоровья, у меня 25. Еще дорогу бы найти. Сейчас восстановим чуть-чуть дорожки после энергии. И бегом, и бегом. Только бегом, пожалуйста. Только бегом. Что ты делаешь? Давай. Полегче, полегче. Эй, что произошло? Чё? У нас же аптечка есть, пожалуйста. Давай! Давай! Вон здание, я уже вижу наше спасение. Давай. Оу, е. Шум будет мутант привлекает. Меня я что стреляю, блин, шум. Эти звуки начали звучать быстро. Да что ты застрял в текстуре? Быстро. Косы у тебя солдаты. А. Подышим. Да дыши. Погнали. Ничего не видно. Зомби шаг проснулись. Самое время, бляха. Вроде никого нет сзади. Все, музыка успокоилась. Нормально. Ну ладно, все равно надо бежать. Штаб Райса. Так, нам наверх. Покинут район, конечно. Что же еще-то? I found a way out of the arena. Now I gotta haul ass back to Brecken. But Sarah... Да.
Вот такой ты, чувак. То этого пацана замочили из-за тебя. Ну, в смысле, ты не смог спасти его. Зеро. Понял, энергии нет что-то. А я что-то не могу это самое бегать. А, у нас это, мы же заражены, по-моему, да? Ладно. А как же от зомби убегать? А зомби-то и нет, гляньте-ка. А, вон они, да? Дойти. Блин. А как? У меня же энергии-то нет. Суки, у меня же энергии нет. Как? Секунду. Далеко хоть идти-то? Благо, я хотя бы в правильном направлении двигаюсь. В этот момент за скриптованных, по-моему, на нас никто не должен нападать. Давай! Ага, вот что, вот оно что. Вот для чего нам эта полосочка-то. То есть мы не можем бегать, но мы можем хотя бы драться. Но все равно без беготни драка, конечно, бесполезное дело, ну потому что все-таки нужно убегать в некоторых моментах. Вот. Ну а так я не знаю. Все. Погас экран. Монитор. Че, поздно уже? Half of Rice's men are after you. Whatever you've done, I have to talk to Jane. Put them on the warpath. Sarah, she gave her his research. Well, she tried to. Camden radioed that Rice's thugs had found his lab. So we flooded it with biters and barricaded. Then the connection failed. We haven't been able to raise him since. I'm going after her. How is she getting in? That part of town is sealed off. There's a group called the Saviors that smuggles people through. They have a den at Nico's bar in the cauldron near the highway. The contact's name is Jenk. Do you have enough runners to cover airdrops? The airdrops stopped 36 hours ago. There won't be any more. We're out of time, Crane. Shit. All right. I don't know if I can fix this, but I'm sure as hell gonna try. Most men in your situation will crawl into a hole and hide. Hats off to you, mate. And good luck. Good luck. Hey, Crane. Here's your gear. Best regards from Kareem. Kareem, huh? If you see him, thank him for me. Thank him for me. For me, motherfucker. Где снаряжение? Или я уже взял, типа? Ага. Вот. Да. А ну вот все. Хоба. Сколько там времени-то? Нормально. Ух ты, ёпта, зомби. Я даже что-то не увидел. О, энергия восстановилась. Ну, в смысле, можем бегать теперь. Здоровяк. Надо как-нибудь такого же здоровяка замочить попробовать. Может, с ним что-нибудь ценное хоть выпадет. По-бырому давай. Ну дает. Кстати, далеко нам? А, ну нам в другую сторону немного, вот сюда. А, я думаю, это будет... Ёптвое, лучшим способом добраться. Самым быстрым. Oh yeah.
Так. Слушай, мне так не получается. Гори, ясно. И куда? Ладно. Так, давайте, помог. Блин, его еще замочить нужно. Эй! Подожди. А ни хрена у нас сколько пушек. Вместо вот этого ставим. Ауе. Готовка, ну-ка, давай. Давай, давай, чё ты мне? 106 долларов, охренеть. Ну, в смысле, это не очень много, но вполне себе. Если так за каждого бы давали, было бы круто. Во-во-во-во-во-во, полегче, полегче, ребятки. Yeah, she called to thank me after I got the antenna towers working. You should contact her when you get there. Well, good idea. Thanks, Брекен. Right. You take care. Блин, какой-то блевотина. Уступи здоровье от него. Я думаю, я в какую-то запретную зону, что ли, зашел. Чё за фигня, думаю? Чё за ебт? Кстати, это, по-моему, необычный. Поплаваем в кислоте. О, здоровяк. Тоже. Можно замочить его, я говорю. Блин, как тут пройти-то, скоты? А. Не понял. Так, секунду. Нам нужно как-то перейти на ту сторону, да? Под мостом. Или над мостом, проще. Вот так. Вот такие вот образы. Блин, ну тут шкала. Почему они на карте не отображены? Блин, ублюдки тупые. Сейчас посмотрим. В принципе-то можно забраться, да. И как быстро-то забираемся. Кстати, вы заметили, при ударе, если... Да вы офигели, что... Если мы ударяем арматуру, у нас не полностью энергия. Тяжелая арматура у нас не полностью энергия отнимает. Остается 25%, собственно говоря, точку навыка, которая прокачивал. Здесь можно зачистить территорию. Воу-воу. Нормально вроде. Ну, давай посмотрим, как лучше спуститься-то. Ну вот, отличная дорога есть. Ауе. Вот прям здесь перелезем. Можно поспать даже. О, магаз. Поменяться. Какой поменяться? Продать, поменяться ее. Офигел, что ли, поменяться? Так, кофе. Так, я не понял. Все продаем. Че? Че, лох, что ли? Оставлять себе. Эй! А сигареты-то я не понял. А, вот они. Все продаем. 7000 у нас. Итак, что продаем? Первое, вот это. Вот это, ёп. Десятка уже. Чё дальше? Так, что у нас в инвентаре? Я не помню. Так, а это, видимо, весь инвентарь наш. Шестьдесят один. Ну ладно, это пока уберем. Продадим, в смысле. Блин, винтовку не знаю. Ну, пока оставим вторую, на всякий случай. Если патрон закончится, если будем хорошо расходовать, то не будем, естественно. Если будем, наоборот, хорошо плохо расходовать патроны, то продадим. О, пистолет и патрон. Да у нас нет пистолета. А, ну вот, можно пистолетик купить. Да 9000, да вы охренели, что ли? Блин, пипец какой-то. Кстати, не можем сделать аптечку. Нужна марля. А то сделаем отмычек сейчас. Вдоволь. Хотя я им что-то не пользуюсь особо. Взрывпакет по-любому надо сделать. Так, что еще? Усилители, это я не знаю, как пользоваться. Ну, в смысле, особо не нужно, ладно уж. Так, коктейль молотова еще сделаем. Алкоголь, все, больше не сможем аптечку сделать. Так, сюрикены.
Сюрикены. Можно горящие сделать, но у нас, как всегда, в инвентаре ни хрена нет. Марли нет, а так... Так можно было. Ну ладно. По навыкам у нас охренеть. А, электрические ограды. Так, научить использовать трупы. Это зависит от ваших действий. Чем быстрее вы двигаетесь, тем меньше у вас... Длительность эффекта зависит от ваших действий. Чем быстрее вы двигаетесь, тем меньше у вас времени. Какого времени, не понял? Вот это глазная функция, кстати. А, щит нам не нужен пока. Давайте качнем, ну, мало ли понадобится. А что нажимать-то надо? А, ну круто. Здорово. Прикольно, прикольно. Так, дальше F7. Количество ножей. Ага, то есть пару раз нажал и все. Ну, можно, кстати, а это что такое? Увеличивать на 10 очков уровень, до которого можно восстановить здоровье. О, это хорошая функция. А, подожди, нет, стоп, стоп, сначала глянем, что тут у нас. Подкат. Это мы знаем. Тоже круто, но я бы хотел вот это все-таки. А, F, точно. Да. И еще раз F7. И здесь у нас появляется что-то новенькое. Посмотрим. Прочность оружия увеличена на 25%. Плохо. С помощью силовой атаки проще оглушать врага. Но оно может сломаться, это оружие. А здесь у нас, что я забыл, ломаться будет, да? Меньше. Это тоже круто. Но давайте сделаем... Вот я не знаю, вот это будет ломаться от этого быстрее. Я не знаю вообще, нужно ли нам это что такое. Угу. Кстати, вот это можно. Так, удар ногой оглушает врага с вероятностью в 10%. Это мало. Ну что, будем качать? Одно. Так. Ну, не знаю, сколько энергии. Покупаем, ладно. Нет, не будем. Нафиг, ладно, все. Потом. Вроде все, чувак. Погнали отсюда побыстрее. Так, время у нас, надеюсь, хватит. Бегом, бегом. Прям тут сборище мутантов. Прям гопники такие. Мутантыщ, гоп-стопыщ. Так. Я имею в виду, прям бандой ходят. И этот здоровый мутантик тоже нормальный так. Вау! Ху-ху-ху-ху! Вот это опасненько было. Стоп, мы же добрались уже. Кстати, давайте попробуем. Ну-ка, давайте сюда. А, нет. Стоп, что там надо сделать? А, мы же не качнули навык-то. Да вообще, идите вот зайдите. Мне вот забраться нужно как-то. Да, давай. С магием сумеем. Да по-любому должны допрыгнуть. Есть. О, какой крутой-то оказывается, да? О, учитесь. На моей крутости. Я слишком крутой. Ладно, не важно. I'm one of Brecken's men from the tower. I don't care where you're from. Get your ass out of here, or I'll stop being so fucking polite. Listen, I know you're smuggling people out of the slums. There's a girl who came through, Jade. I think you better get the hell out of here. No, just listen. I cut Rise up, and now his whole goddamn gang is after me. I could use some cooperation here. You? You're the one who chopped Rise's hand off? Yeah. And now I have to get to Sector Zero. What's your name? Crane. Well, Crane, you're in for some heartbreak if you think going to Sector Zero will get you off Rice's shit list, but wait here. Ты тот самый, который отрубил руку Райсу.
Да ты слушай, ну все, проходи тогда. Руку off, он сказал, по-моему. Еще. What the up, man? Come here. Oh yeah. Okay, we'll get you to the other side. Right when? Right now. What about payment? What you did to Rice, that's more than enough payment for us. Go to the collapsed tunnel that led to Old Town. Knock at the door that leads to the sewers. Someone will take good care of you. Will do. Thanks. Nah, man.